ребята, мы вернулись. Привет. Маргарита только проснулась. Мама, давно нас не было. Весело. Да? Да. А я выгуливала ее сегодня. Давно нас что-то не было. Девчонки играют. Привет, привет. Привет, привет. Бонни. Да привет, скажи всем. Привет. Так, у нас еще каникулы, последняя неделя. Я буду так. С понедельника уже школа начинается. Да что ты прыгаешь на меня? В Марио играете, что ли? Ой, тихо, тихо. Что-то меня не заметили. Ты вентилятор, сейчас взлетишь. Каро! Ты что не играешь? Еще не проснулась? Папа, привет. Как дела? Папа со счетами. Вот, конец месяца почти. Счета, счета. Платить нужно. А Бонни хочет загорать. Погодка хорошая, тепло. Ложись на солнышко, Бонни. Ложись, ложись, ложись. Мы сбегали быстренько утром в магазинчик. Немножечко взяли продуктов. Это у нас закончилось молоко. Это что такое папа взял? Energy Milk. Такой вот. Филадельфия сырок, бананчики. Я сегодня утром ходила на пробежку. Хочу ходить утром бегать, либо на велосипеде. Один день на велосипеде, один день бегать. Это у нас мюсли, чего йогурт, еще один Energy Milk с ванилью. И у нас тут что папа взял? Папа взял тунец. Выиграла? Нет. Завтрак. Не хочешь, тоже не будешь хлеб кушать? Ну, хлопья. Хлопья? Так, ты покушала? Нет. Так, я сейчас буду себе делать завтрак. Это же смысле. Йогурт. Натур. Мой завтрак на сегодня. Так, у нас здесь художники сидят, рисуют. Что же вы рисуете? Покажите. Можно посмотреть? Это что? Ариана Гранде. Смотри, Ариана Гранде. Узнали, да? Поняли, кто это? Билли Айлиш. Это я тут нашла. Билька. Билька. Прикольно. А ты что не рисуешь? Я не рисую. Она делает эксперименты. Эксперименты делаешь? С этими слаймами штуками и вода будет. Это Бинкс убит. А, так тут слайма же нет, это же вода. Я знаю, нужно мешать. Или там был слайм? Нет. Нет. Маргарита, самое интересное, что она у нас тут рисует? Кто поймет? Это что за пальчик такой? Красивый. Вот это она рисует. Смотри, кто-то на тест нарисовал. В школе? Да, на тест. Я бы тоже сделала. Да. Нормально. Did it on my test. Угу. На это, на. Нас сколько нас не было? По-моему, неделю где-то? Я уже отвыкла от влогов, уже забыла, как надо снимать. Так, я сейчас буду... У нас вообще-то уже 3 часа, мы еще не обедали, потому что у нас был поздний завтрак. Я сейчас буду готовить обед. Рис сварить. Рис со спаржей будете? Да. Сварю сейчас рис. У меня есть спаржа. Молоденькая. Сделаю со спаржей. И у меня есть специальный соус для спаржи. Что такое соус для спаржи? Очень вкусный, кстати. Купила недавно рис, очень хороший. Называется Uncle Ben's. Не разваривается, он такой получается рассыпчатый. Его невозможно переварить, его просто невозможно испортить. Он не слипается. И знаете, такой рассыпчатый, вот прям идеальный, наверное, для плова, но я для гарнира. Делаю. Он варится минимум 10 минут. Он очень быстро варится. Так, я беру вот такие вот, вот такой вот стаканчик. Вот таких 3 стакана. Оп, раз. 6 стаканов. Раз. И все, и больше ничего не надо. Накрою крышечкой, она будет вариться. А, и посолить обязательно. Растапливаю сливочное масло. И сейчас буду жарить такую вот спаржу молоденькую. Так вот рис варится, видите? Еще, ой! Еще я туда кусочек маслица бросила сливочного. Так, все, спаржа готова. Сейчас я ее вот сюда вот переложу пока отдельно.
Так, еще, пока я не выключаю, я хочу подогреть брокколи. Это я еще вчера варила, не доела. Подогрею, сейчас их немножко поджарю. И все, будем обедать. Давай. Вот так вот. Перчик может порезать? Будешь перчик? Нет. Не нравится? Нет. А помидорки? То же самое, как помидор. Да? Мне потом их сложу тоже. Вилки есть там? Falling back into you, I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me. Приятного аппетита. Консин брокколи. Еще хочешь? Да ладно. Я не успела сесть покушать, как он уже съел. Давай еще. Все, приятного аппетита. Спасибо. Сама себе сказала. Кто? Ты улитка медленная идешь. Я улитка? Почему я улитка? Что здесь происходит, я не пойму. Гарит, ты что делаешь? Ты сейчас штаны порвешь. Марго. Марго. Еще один сверху сел. Смотрите, ребят, я сделала новый iOS 14. Это Леди Баг. Вот так вот выглядит мой телефон, когда я его включаю. То мы сейчас, когда мы его открываем, вот. Так вот выглядит здесь Париж сзади. Мы делаем bubble tea. Мы это здесь, это клубника и это что? Ну, в общем, вот. Это кукурузная, это. Мы попробуем. Мы просто увидели это в ТикТоке. Все, я воду налила. Не успела даже заснять, все съели. Ваши бабульки. Ну, было вкусно. Так я хотела показать хотя бы, что у вас получилось. Ну, в общем, вот такие вот не получились знаю, шарики. Ну, мне понравилось, нормально, в принципе. Странно, конечно, немножко, знаешь, такая мука вареная. Тесто вареное, не мука. Ну, у него нету вкуса муки. Ну, я думала, что... Сладенькое такое, нормально. Я думала, оно... Давай, загружай, нужно эту таблетку и мыться. Потому что уже полно. Ты гулять хочешь? Мамочка, знаешь... Скажи, меня никто не замечает, никто не видит. Я хочу гулять. Все, гулять. Даже ручку испачкали здесь. Мукой. Вон на столе там тоже. Ну, хотя уже не поместится, Маргарита. Загружаю машинку и все. А то, что там на столе посуда, ее вручную надо помыть. А ты что спать так рано легла? Мам, я могу... Скучно. Скучно было? Мам, я могу сейчас просто руками бить. Мама, они мне не давали спать, они всегда заходили какие-то перчатки. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air always... Смотрите, кто у меня здесь. Наш Рики. Видите, какой он уже спокойненький. Не кусается, да? Скажи привет всем. Ушастый. Смотрите, какой он ушастый. Это не хомяк, это заяц какой-то. Ты ушастый такой? У нас Кики не такая ушастая, да? Кики у нас не такая ушастая. Да? Такой-то. Спокойненький мальчик. Красавчик наш. Надо Кики тоже достать. А Кики у нас уже все старушечка.
бабулечка наша Кики. Баба. Такая она худенькая стала. Трясется, да, еще когда ее берешь, она такая, такой, я чувствую, что она трясется. Я пропала грудка. А ну пахнет. А мне сейчас кусаться будет. Нет, не будет кусаться. Вот она. Мама, он нюхает, мама, я боюсь. Не бойся. Вот она, наша Кики. Давно не видели. Такая вот малышка у нас. Мама, я боюсь. Наша бабулечка, мы ее старушечкой называем. Бабулечка. Не, не надо так близко. Они как вцепятся, ты что? Потом не расцепишь. Вон она. Уже начинает. Нет, я эту тресну. Да? Такая вот она. Она еще такая, знаете, бодренькая, но она в колесике, она уже не бегает. Потому что я не слышу. Я раньше всегда слышала, как скрипит колесико. Оно скрипит, когда она бегает. А она уже давно не бегает в колесике. Может быть, его уже для Рики поставить? Так, вот, видите, какая она шустренькая. Она все еще бегает. О, видите, перебирает как. А этот так сидит. А он спокойный, ленивый. Какой не смотри, он в два раза больше, чем она. В два раза больше, чем она. Мама, нет. Ну и вот, когда в руки ее берешь, она сразу как это начинает. Он ничего не делает. Все? Мы рисуем лаком для ногтей. Лака-лака. А зачем лаком для ногтей рисовать? Кис. Ваня. Кис. Кому нравится? Ксюше нравится, как пахнет лак. Да, Ксюша? А мне бензин нравится. Бензин? Нужно уже пораньше ложиться. Нужно уже пораньше ложиться, привыкать. Пораньше, уже 12. Да, уже 12 часов ночи, а вы еще не спите. Папка приехал с работы и сразу работать. Вообще-то? Приехал с работы и сразу работать. Вообще без выходных, без отдыха. Чего ты мне дулю? Не нравится. Мама, билеты надо купить. Куда билеты? Куда мы едем? А, точно, папа. Шоколаде? Фабрика де шоколаде. Мы хотим пойти в субботу на шоколадную фабрику Вилли Вонка. Чего? Нет, конечно, это не Вилли Вонка, но это швейцарская фабрика. Фабрика швейцарского шоколада. Вилли Вонка. Нет. Линдон. Пастор Линдон. Мы хотим поехать. Там можно кушать шоколад бесплатно. Вот так вот берешь ложечку, подносишь ее, и там тебе шоколад. Нет, там много разного. Там белый шоколад, черный шоколад, там, не знаю, какой-то молочный шоколад. А можно свою ложку взять? Да, там руку так подставляешь, тебе наливается и ешь. Мама, свою ложку надо брать? Нет, там есть ложку. Да, поварешку возьми. Да! Свою ложку. Контейнер? Нет, можно там ложечки есть. Даются разовые тебе пластмассовые ложечки. Корона! И там можно покупать шоколад, можно бесплатно пробовать. Да, Вонь? Вонь сразу. А ты не поедешь. Тебе нельзя. Но только один раз можно, например... Нет, много раз можно брать. Например, там есть черный шоколад, один раз взяла, больше нельзя. Можно. Ну, конечно, там не так прям стоять, знаешь, выжимать килограммы. Попробовала там парочку раз, пошла к другому, один, попробовала. Потом к другому. Еще раз, потом да, другому. Намешалась в микс и все. Ну, в общем, мы хотим поехать. Нам нужно купить билеты. Папа, купи билеты. Там нужно заказывать, бронировать. Знаешь что, лучше бы мы поехали в аквапарк. Аквабазилея закрыта. Я знаю! Аквапарк закрыт. Ты водичку ему поменяла? Да, сегодня. Я пока я уберу, а то вдруг он свалится туда опять. Ой! Упал. Давай, цепляйся. Он подрос, интересно? Вот он уже с легкостью залазит на крышу. Он может вот так вот вылезти и через вот это вот. Сейчас, если он сообразит, он может просто запросто вылезти из клетки. Если так открыто оставить, он вылезет. Давай, 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 ищи выход. Вот так. Он так прикольно держится. Давай, давай, ищи, ищи выход, ищи. Вот так. Нет. Давай, давай. Во, сейчас найдет. Сильный? О, нашел.
Нашел выход, все. Сообразил. Молодец. Только к Кике в гости нельзя. Пойдем домой. Маленький ты. Проказник. Ты что смотришь? Титаник. Титаник? Ну, какой-то другой, не тот, который мы с тобой смотрели. Да? Сначала это был не фильм, а они нашли эту, да, Роуз. Ну, все правильно. Да? Да, я такой же смотрела. А, нет, там есть другой, да, точно. Есть другой Титаник. Все, давайте спать. Телефон. Мне нужно завтра рано вставать. Да ты завтра рано не встанешь. Вот она всегда так. Она не встанет, нет. Да. Давай поспорим, что ты не встанешь. Все, выключаем везде свет. А если я встану? Во сколько? В 9. Ты и в 9, да, ни за что. Так, теперь нужно... Теперь младших нужно уложить спать. Они сидят и смотрят телевизор. Один уже готов. Макс уже спит. Я тут всё. Маску делаю. Зачем маску делаешь? Спать. Смотри, вот так. Ага. Себе маску сделай. И вот этот. Так, вот прям. Этого нужно колобка отнести уже. Бедному снова диване. Все, всем пока, ребят. Спокойной ночи. Пока. Пока. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Все.